Редкие кадры. Вась, чего делаешь? Объясни всем, пожалуйста. Никиту заплетаем. У нас Никита приехал. А потом я буду заплетать. А Никита согласен, что ты его будешь заплетать? Ты не умеешь. Поближе. В общем, вот. Васюша у нас парикмахером работает. Что? А я Никиту тоже буду заплетать. Тоже будешь заплетать? Ты не умеешь. Вась, ты с приплетом что ли делаешь? Угу. Ух ты, здорово. Вот такие волосы. Не у каждой девушки такая коса. Да еще как-то интересно заплетаешь-то. А все ли ты забрала-то, Вась? Да. И чего, бантик завяжешь? Бантик-то нельзя, а? Я не бантик. Ты не бантик? Просто какой не бантик. Будет Никита с косой ходить. Вась, поздоровайся. Всем привет, скажи. Всем привет. А, даже смотреть не будешь камеру-то, да? Вась, всем привет, Вась. Никита есть. Никита есть. Нейтральная резиночка. Егор, что мы сейчас кушать будем? Блины. Блины. Там гора блинов у нас. Обожаю блины. А с чем ты их любишь? Сметаной и... А мама, смотри, как смотрится. Я сейчас ему еще попытаюсь змейку. С чем ты любишь? Я Нет, я уже люблю. Жан, ты не ответила мне на вопрос. И с кетчупом. Блины с кетчупом. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, чьи дети еще любят блины с кетчупом. Вот так получилось. А Егор с чем любит блинчики? Сейчас я еще другое попробую. С макаронами. Так. С макаронами. Блины с макаронами. А я с вареньем. Ну, это-то понятно. И с сгущенкой. А вот чьи дети еще любят блины с макаронами? Я еще люблю с мяском. С мяском? Ну, с мяском все любят. С мяском все. Васюш, да. Не видно ничего. Ну, блины и волосы бумага, как у Жаны. А вот и блины. А вот и блины. Ну, тут уже побольше была вроде гора-то, да? Немножко. Чуть-чуть. Уже кушали. Со сгущенкой, но без кетчупа. Жанна сказала, что любит блины с кетчупом, Сереж. Сейчас ее спрашивала. А Егор сказал, что с макаронами. В общем, так.